На русском острове состоялись соревнования по зимнему триатлону «Ледяной остров». Губернатор Приморья поприветствовал спортсменов и гостей, которые приехали со всего края. Зимний триатлон все больше и больше входит в программу наших ежегодных соревнований. Триатлон набирает обороты в Приморском крае. Это спорт сильных, выносливых людей, подготовленных. Поэтому сегодня мы видим здесь спортсменов. Далее соревнования охватят, наверное, самых главных участников. Это детей. И, безусловно, для нас очень важно, чтобы молодое поколение продолжало те спортивные традиции, которые заложены в Приморском крае. И дети Приморья, которые пройдут через 2 недели, это как раз подтверждение тому, что Приморье любят спорт, Приморье ценят его. Зимний триатлон представляет собой комбинацию из бега, кросс-кантри велогонки и лыжной гонки. При этом участник преодолевает дистанцию в непрерывной последовательности. Соревнования «Ледяной остров» завершились церемонией награждения. Всем участникам вручили памятные медали, а спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, получили дипломы, кубки и памятные призы. Отметим, зимний триатлон – это относительно новая дисциплина, которая уже набрала множество поклонников. В настоящее время идет речь о включении триатлона в программу зимних Олимпийских игр. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.